Всем привет! Меня зовут Элли. Я одинокая. Я хочу получить подарок. Я маленькая, в мире только Бог. Столько много подарков. Классная елка. Возьму ее на свой Новый год. Всем здравствуйте, здравствуйте. Тебе тоже здравствуй. Эй, девочка, привет. Привет. Как тебя зовут? У меня нет друзей, я хочу со всеми подружиться. Могу с вами? Привет, меня зовут Аша. Тебя? Милена. Да, мы обе подружки. Можешь подружиться с нами? Сядем за другой столик. Можешь с нами покушать. Хорошо. Идемте, девочки. Вот. Здравствуйте. Не могли бы вы стать? Конечно. Мой ребенок. И ты идем. Идемте. Идем. Я же вам еще не представилась. Меня зовут Элли. Давай садись, Элли. Классно покушай. Ой, я так красиво смотрюсь в этом платье. Так, так, так. И за сколько ты это купила? 17 200 рублей. Что? Да ладно, не расстраивайся. Могу отдать их обратно. Уже не надо. Так, так, девочки. И что это у вас там случилось? Я не буду жаловаться на подругу. Эх, я заказала вещи. 17 200 рублей. Вот за столько я и купила. И она начала расстраиваться. А это мелочь, деньги. Ну да, одежда важнее. Но надо же спрашивать. Не твой же телефон, а ее. Вот. Ну, я ей предлагаю, а она не хочет. Хочешь тоже примерь одежду? Нет, я не буду лучше. Я успокою Элли. Элли, ну не расстраивайся. Я могу тебе деньги свои скинуть. Не надо, не надо. Не надо меня утешать. Эх, меня порадует, если мы все пойдем в магазин. Да-да-да, давайте в магазин. Ох, вот я глупая. Но мы не сможем пойти. У меня ноль денег. Вот. Вот столько. Но у меня же есть телефон. Я могу купить. Не надо. Идите вы. Для меня не надо. Ну, ладно. Нет, я лучше останусь с тобой. Я хочу побыть одна. Лучше иди. Ладно. Идем? Идем. Я в красивом платье. И последнее огонёчко, и все, мы убрались. Да, мы убрались. Теперь приступаем к плану. Да-да, да. Эх, а с ними было так хорошо.